Ликвидировать места концентрации ДТП для снижения аварийности на дорогах края намерены в правительстве региона. Там отметили, что всего на территории полуострова таких опасных участков дорог 11, 7 на федеральной трассе Мортпорт-Аэропорт и 4 на территории Петропавловска. За 2020 год в этих местах произошли 49 дорожно-транспортных происшествий. До 1 апреля мэрия краевой столицы должна составить план мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП. Это может быть установка светофора, устройство фото-видеофиксации, дополнительных знаков дорожного движения, изменение разметки или другие действия, направленные на снижение аварийности. В правительстве считают, что это поможет обеспечить безопасность дорожного движения, сохранить жизни и здоровье камчатцев. Отметим, что согласно инструкции Федерального дорожного агентства, местами концентрации ДТП считаются участки дороги или улицы, где в течение года произошли 3 и более ДТП одного вида или 5 и более, независимо от их вида, и в результате которых пострадали люди.